Кто-то споет, кто-то станцует, а кто-то поздравит и стихами. В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел концерт, приуроченный ко Дню учителя, где лицеисты от всей души поздравили своих преподавателей. Приятно. Сейчас будет концерт. С хорошим настроением я пришел в лицей и жду радости общения с моими коллегами и с учениками. Проводить подобный концерт стало доброй традицией в лицее. Ученики из разных классов подготовили концертные номера, кто на что способен. В зале аплодисменты и радостные лица как учителей, так и учеников. Лев Диденко, Вита Басова, Универ, Ньюс.